Шипунова прошла презентация книги Владимира Штокола «Работать на полную». Она посвящена герою соцтруда, четырежды награжденному орденами славы всех степеней Василию Христенко. Он 15 лет руководил Шипуновским районом и 19 лет возглавлял Краевой комитет ветеранов войны. Тираж книги 170 экземпляров. Ознакомиться с ней можно в местной библиотеке. На котельной, расположенной в селе Краснощелково возле районного дома культуры, начался ремонт по полной замене котельного оборудования. Предполагается установить новые котлы с топками, новые насосы и заменить дымогарную трубу. На это направят 40 миллионов рублей. Работы планируется завершить до 15 сентября. В Ребрихинском районе продолжается заготовка кормов. Несмотря на жаркий май и засушливый июнь, сено заготовлено 56% от потребности. Впереди у хозяйств района заготовка силоса. За соблюдением сроков ведется мониторинг. От этого зависит качество кормов. 14 августа в селе Вяткино состоялся районный праздник меда. Все желающие могли в этот день продегустировать самые разные сорта меда, а также медовые блюда. Для жителей района и гостей была предложена медовая развлекательная программа. Были организованы выставки, конкурсы и ярмарки. Завершилось мероприятие вечерней шоу программой «Вятская медовая». В селе Раздольное специалисты водоканала смонтировали и установили блок автоматического управления водонапорной башней. Весь период существования объект включался и отключался в ручном режиме. Бывало, что подачу воды не успевали остановить вовремя. Это было неудобно как жителям села, так и невыгодно в финансовом плане самой компании. Сейчас объект работает с новой системой без перебоев.